Резкое похолодание и первые снегопады привели к серьезным проблемам в ряде регионов России. В Ижевске количество аварий за сутки выросло в 10 раз по сравнению с обычным уровнем. Кроме того, более 350 домов остались без тепла из-за аварии на теплотрассе. В Пермском крае затруднено движение по нескольким федеральным трассам. В аэропорту Перми отменено более 20 рейсов. Из-за плохих метеоусловий нарушена работа международной воздушной гавани Бегишева в Татарстане. Мощный циклон бушует и на Сахалине, там тоже не работает аэропорт, а также паром переправа. Из угрозы размыва железнодорожного полотна отменена часть пригородных поездов. Местами выпало до 60% месячной нормы осадков. В Южном Сахалинске потоплено 20 домов, еще 20 населенных пунктов полностью или частично обесточены.